Стихов я больше не пишу. Скитаюсь по пустому дому. Пришлите доктора больному. И если можно, оношу в коробочке из-под конфет с открыткой глянцевой броской. Пусть доктор сядет с папироской и скучно скажет: смерти нет. Пусть он пощупает рукой запястье и, пуская кольца, мне скажет: будьте добровольцем, вы, братец, нынче никакой. А я отвечу: хоть сейчас. И выбегу на площадь голым под скрип старинной пианолы и хруст скупых картонных фраз. Умалишенная страна обнимет ласково руками и кинет в спину первый камень, и плюнет в спину из окна, и будут чепчики бросать с балконов резвые кокотки, и кто-то сунет горькой водки, и сверху рухнут небеса под тяжестью небесных вод и снега, выпавшего рано. Откроется на сердце рана, и человек смешной умрет. Он ляжет, первый снег, ничком, закроется от всех, заплачет, как маленький глазастый мальчик, сопливым грязным кулачком. А доктор выйдет, как святой, и сядет с градусником рядом, и пузырек протянет с ядом, и мертвый окропит водой. Спасибо. Мария Маркова.